Доброе утро всем. Солнечно. Мы в лесу с мамой. Только зашли 5 минут. Мама мне кричит: нашла. А я пока ничего. Одела такую повязку. Ну, что ветерок дул. Сейчас пойдем смотреть, что она нашла. Сейчас я приду. Ты нашла? А, мне послышалось, ты сказала, нашла. А что мы ищем? Грибы. Опята осенние ищем. На связи, в общем. Вот они, первенькие опятки. Красивые. Сейчас вот позвала маму, чтобы пришла, поглядела, как они выглядят. Ну сюда, ко мне ж, иди, где. Вот они. Ну, собирай. Ну, тут маленькая семейка. Может, где-то вокруг еще будет. Но лучше их вырви рукой, как вот ты ж видела, я делаю. И нет, ну, давай я тебе покажу. Смотри. Вот так их чуть расчистила. И вот, вот так вот из-под низа, смотри. Опа. Все, бери. Оп, взяла. Угу. Давай я тебя сниму поближе. Ну, поднеси вот так. Вот они. Спрятавшиеся. Хорошие. Ну-ка, где? Вот здесь глянула, их видно, ма. Вот так засыпем там. Что-то маленькое оставим. Так, на, держи. Ты, кстати, вот пока я похожу, можешь пообрезать. На. Я думаю, может сразу обрезать их, как мы дома, или вот так вот. Потому что эта грязь потом на них вся будет. Ты ж помнишь, как мы мыли. Ну что, обрезать будешь? Ну, ножницы обрезать. Дать? Ножницы, да. Ну, можно ножом. Ножом-то лучше, наверное. Ну, давай, я поищу еще. Вот, чуть-чуть. Давай. Вот, видишь, я здесь вроде бы шла. Тут с одной стороны дерева идешь, а с другой стороны дерева ты не видишь. Да не копай, не надо ничего, ты их увидишь. Так, зачем? Вот они красивые. Они, кстати, называются медовые опята. Да? Медовые. А мы вчера собирали, а мне показалось цвет вот горчичный. Прям я их называла горчичные опята. А эти вот приехали. Это половинка. Ма, вокруг этого пенька я посмотрю. Ты другие деревья смотри. Так. Ма, режь. Бери, режь, вырывай их. Сейчас. Ну, это они. Они, да? Конечно, они здоровые. Здоровые. Вот смотри, доставай, вот что ты стоишь их. Конечно, посмотри, какие. Я скажу еще. Смотри. О! Смотри, вот так берешь. Сейчас мы их достанем. Вот так. Ого. Сейчас. Видишь? Вон грязь. Чисть, на, давай.
Пострухивая грязь. Вот они тут остались, смотри. Вырвала прям их. И грязь посыпалась. И вот, смотри, видишь? Рядышком же. Ну все. Съемку выключаю. Чтобы снять хорошо опята. Собрать их. Вот они, смотри. Вот этот валяется. Тут что мы закопаем, оставим вот так. Вот их собери, вот эти вот я их положила. И вот тут вот где-то, или вон он там, он вон, видишь, дырочки? Вон. Где, не вижу. Там, вот здесь? Да. А, вон там? Угу. Вот они. Прячутся под листиками. Вот гребнула они, вот они. Я перчатку решила одеть, а то прямо сегодня какие-то грязные грибочечки наши. Так. Так. Да не. Чистим, убираем дальше. Красивое дерево. Вот оно. Высокое. Это бук. Что белые? Ой, эти, говорит. Пошла туда я. Вот он бук красивый. Ну-ка, показывай, что там где. Ну это наш, это опятама. Белые. Это опята. Ну, конечно же. А эти не такие. Ну, они не бывают от места произрастания, от света. У них зависит окраска. И вот эта птичка под мхом. Стой, стой. Небольшая. А вот эти хорошие, бля, семья какая. Угу. Красивая, конечно. Это эти ж. Эти? Те самые, да? Да. Ну все. Еще теперь я нашла, то мама белая, и теперь я. Мне кажется, что они такие светлые, потому что рядом бук. Видишь, вот она под ногами у тебя, видишь? Ух ты. Вот, вот кучка, видишь? Вот здесь есть. Может, еще где? Вот смотри, пока я срезаю здесь. Поищи. Тут один, тут он, тут же их вокруг, да. Палочку вот можно убрать. Палочки эти. Мешают нам. Спасибо лесу за грибы. Я одела перчатку. Вообще в перчатке неудобно. Я вот рукой чувствую, что я беру, а перчатками ничего не чувствую. Ну, да. Нафиг она нужна? Сейчас мы их отсюда снимем. Не могу их отсюда, блин, достать вообще. Ну, ничего, что ты промолчала, а то звала меня на все грибы. Да не может быть, чтобы ты мне их показала, и я тебе сказала, что ты не опята. Ну, не может быть такого. Ты перепутала сейчас. Вот. Это в начале, по-моему. Нет.
Конечно, я помню, которые ты мне... Я помню, которые ты мне показывала, поэтому даже... Все, я снимаю эту перчатку. Сфотографировать, что ли? Угу. Ну, она тоже, как я, изучает. Так, с какой стороны? Вот эти поодиночке не могу достать. Да, слышу. Угу. О, вот эти достались. Смотрите. Ой, нелегкая работа. Все, обрезаю. Стали мы уже ходить. Кушать хочется. Нету, нету ничего. Тут наконец-таки напали на полянку. Дома. Угу. Мама нашла. Вот они. Берем. Так, я складываю. А ты можешь начинать обрезать. Сколько? Я еще пойду поищу. А вот, смотри. Бугорок я раз, а вот они, смотри, рядом, так что вокруг посмотри, вон я вижу. Да тут вокруг дерева посмотри сколько, ага. А я уже расстроилась, думаю, да что ж такое, нам не везет-то как, а? Не могу их достать, а? Вот они без света росли, и они вообще светлые. Вот они. Угу. Я найду, мам, я вокруг дерева найду. Ты лучше походи вокруг еще посмотри.
как много, а так нормально. Сорвешь как положено. Вот так. Вот такие красавцы. Красавчики такие. Вот этого оставим, а это оставим. И прикроем. Все, теперь нужно обрезать. Обрезать и в корзинку. Ну вот, хоть набрали чуть побольше, да? Конечно. А то прям ходили расстроенные уже. Спасибо лесовичку, что нам дал грибочков. А мы продолжаем идти в сторону парковки. И смотрим. Говорю маме, хочу в эту сторону. Оттуда. Говорю, хочу сюда пойти. Вот, пожалуйста. Спасибо, лес. Красота. Сейчас поищем вокруг. Будем собирать. Красавчики. Красавчики. И с той стороны есть. Видишь, да? Опа. На, обрезай и садись. Вон два торчат больших, вижу. Вот тут садись. Ага. С той стороны тоже. Отсюда буду ложить тебе, и это, ты их обрезай здесь. Все, выключаю. Итак, наш улов сегодняшний. Почти полная корзинка. Сейчас взвесим. Интересно, сколько в ней, в этой. Ну, вторая тяжелая была. Вот это. Здесь поменьше мама собирала. Сейчас глянем. Да тут килограмма полтора. Ага, кило 800. Ух. Три. Ну, почти 5 килограмм. 5 килограмм. Ну все, переработка. Вот такие попадались еще светленькие такие. Нету их здесь, там внизу. Всем удачной грибалочки. Thank you.